привет! В этом видео я хочу поговорить с вами о том, как развивать ваш бизнес до всемирного масштаба, как распространять вашу продукцию, рекламировать ваш бизнес по всему миру. И в этом вам помогут различные сервисы и специалисты, которые имеют такие навыки, которые могут позволить создать контент на английском языке, которые могут сделать отличные продающие видеоролики, уроки по вашему сервису, например, интернет-магазину, показать, как пользоваться, как приобретать товары, прокомментировать все это на английском языке, возможно, даже и показать на своем зарубежном YouTube-канале, что привлечет еще больше трафика целевого. И качественная подача носителям языка будет значительно эффективнее работать, чем если вы будете пробовать сами говорить с акцентом на английском языке. То же самое касается и текстового контента, например, написание текста на английском языке носителям языка будет значительно качественнее, ведь он знает всю грамматику, просто это исходит у него изнутри, нативно происходит. Поэтому можно нанимать таких экспертов, это стоит достаточно дешево. И в этом видео я покажу, как найти экспертов, которые сделают вам и рекламу, и видеоконтент, и контент текстовый для сайта, сделать качественную SEO-оптимизацию, полностью подготовить ваш бизнес для того, чтобы выйти в свет по всему миру. Вы также можете делать какой-то определенный наклон в ту или иную страну, например, только США, либо сделать сайт на немецкой аудитории и перевести все на немецкий язык, в том числе видео, аудио, любой другой контент. Либо можно, вот буквально вчера мне человек написал, и его интересовала аудитория именно из Италии, то есть весь сайт переводился на итальянский язык, и его это очень интересовало, потому что у него есть информация о том, как там продавать, и в чем именно там спрос именно в Италии. Возможно, есть и у вас какая-то такая информация, и вы понимаете, в какую сторону нужно двигаться. Поэтому переходим сейчас к экрану монитора, и я покажу вам, как я использую, какой сервис, как я выбираю профессионалов, которые помогут мне перевести тот или иной контент, сделать качественные видеопрезентации по сайту, видеорекламу, а также настроить рекламу с помощью Google AdWords и так далее. Все это можно сделать, используя лишь один сервис, который будет гарантировать вам успешное завершение вашего заказа и выполнение в том виде, которым вам именно нужен. То есть вы можете, если что-то вам не нравится, попросить переделать, и сервис гарантирует, что все будет сделано в идеале. Либо вам просто вернут деньги. Переходим и давайте посмотрим на экране. Итак, мы находимся на странице зарубежного сервиса, который предоставляет услуги фрилансеров и предоставляет эти услуги с гарантией. Здесь вы можете выбрать по профессионалам, а также можно в принципе пользоваться услугами даже новичков, потому что риска никакого нет, вы получите тот товар, который вы хотите, это гарантированная площадка. И стоимость можно отфильтровать, вот используя данный фильтр, например, до $10. Нажимаем кнопку «Применить» и выбираем, какой вы хотите выбрать формат, например, объяснение вашего сервиса. Например, очень хорошо подойдет видео в формате анимационного ролика, который будет объяснять суть вашего проекта. С качественной озвучкой это будет выглядеть очень хорошо. Также здесь можно заказать услугу человека, который сделает от своего лица презентацию товара. Это называется spokesperson. Выбираете понравившегося человека, вы можете выбрать пол, пусть это будет женщина. Дальше выбираем возраст, например, это молодая. Также следующим пунктом выбираем язык. Как вы видите, здесь даже есть испанский, арабский, хинди, то есть много разных языков, немецкий, китайский. Ну, возьмем самый распространенный английский. Далее остается выбрать человека, который вам нравится по отзыву, ну и естественно по его портфолио. Давайте посмотрим, это первое видео, $10 человек гарантирует нам предоставить видео. Hello, my name is, and I will be your professional spokesperson.
Она предлагает рассказать о услуге на испанском языке, поэтому английский у нее с акцентом. Давайте посмотрим других исполнителей. Как видите, английский у нее в совершенстве. Предлагает выбрать даже бэкграунд, на котором будет сниматься видео. То есть вы можете выбрать свой бэкграунд. Стоимость услуги, смотрите, $20. Вполне достаточно хорошая цена. Рейтинг максимальный, все положительные отзывы. Все отлично, люди все довольны ее работой. То есть вы можете не сомневаться и заказать, чтобы данный человек рассказал о вашем бизнесе. Это будет выглядеть профессионально. Давайте еще посмотрим парочку. Как вы видите, данный человек предлагает вам показать товар лицом. Вы можете прислать на обзор, либо просто продемонстрировать кусочки видеоряда, дать и склеить потом все это воедино, а человек расскажет о нем от своего имени, от своего лица. Стоить это будет, смотрите, всего $5. Итак, для того, чтобы, например, наполнить свой магазин для зарубежной аудитории, вам достаточно найти хорошего человека, кто сделает вам это в видеоформате, также сделать наполнение на сайт текстом, также найдя здесь человека, который вам переведет весь текст на английский язык качественно, и все, и заниматься потом SEO и настраивать рекламу на зарубежную аудиторию. С настройкой рекламы вам также здесь помогут. Просто переходите в раздел Digital Marketing, и здесь вы можете найти все, что необходимо. Это и email маркетинг, и видео маркетинг, SEO-оптимизация, контент-маркетинг, социальные медиа, опросы, и даже могут провести веб-аналитику вашего сайта, то есть повесить специальные метрики и проанализируют, как лучше улучшать показатели сайта. Давайте перейдем в контент-маркетинг, и мы видим, что вот здесь уже предлагают копирайтинг. Также есть доступные цены, как вы видите, начинается от $5 и дальше уже больше, в зависимости от объема, конечно, работы. Некоторые сразу же делают SEO-оптимизированный контент, некоторые люди просто пишут хороший, качественный и уникальный контент. Выбирайте то, что вам подходит, смотрите на рейтинг обязательно и на отзывы людей. Переходите по ссылочке в описании, сервис очень полезный, помогает мне каждый день, и вам, я думаю, очень будет полезен в продвижении вашего бизнеса. Спасибо, что посмотрели мое видео. Не забудьте подписаться на мой канал, это очень поможет продвижению его. Я буду очень вам за это благодарен. На этом все, пока!